Розглянути закон про статус біженців закликає Верховну Раду другий номер виборчого списку «Сильної України» Валерій Хорошковський. Адже вимушені переселенці із Криму та зони АТО нині в критичному стані. Вони не отримують пенсії, позбавлені соціального захисту. У людей закінчуються гроші, вони не мають постійного місця проживання. І таких в Україні 800 тисяч, каже Хорошковський. Закликає парламент у понеділок на останньому своєму засіданні насамперед розглянути закон про статус тимчасових переселенців. Каждый день для этих людей он стоит дорого, потому что они действительно не имеют средств существования. А что такое следующий созыв? Это у нас только 26 числа выборы, потом как минимум месяц согласовательных процессов, и тогда новая сессия сможет там рассмотреть этот вопрос не раньше декабря. Уже будет холодно, уже, собственно говоря, люди вообще поиздержались, у них нет вообще ни средств существования. То есть это необходимо сделать немедленно.